Бюджет на увеличение. Именно так сказала председатель городской думы Галина Буевич. Доходы бюджета на следующий год запланированы в размере 22 миллиардов рублей. Это на 22% больше, чем в этом году. Рекордная сумма будет направлена и на расселение жильцов аварийных домов. Мы знаем, что для Барнаула эта проблема одна из тоже острых стоит. Мы будем... В этом году, в 2022 году будет выделено более 2 миллиардов на эту программу. И если брать в сравнении с предыдущими годами, то практически мы увеличиваем в два раза. Как сегодня рассчитывается официальный уровень инфляции, ну, загадка для большинства населения, то есть достаточно показатель сомнительный. Если в 2019 году на 200 миллионов рублей можно было купить около 100-130 однокомнатных квартир, то в 2021 году на эти деньги можно купить только 60-70 квартир. Достаточный ли это объем для Барнаула, согласились не все. Тем не менее, большинством бюджет принят. Больше денег направят на повышение безопасности школ, ремонт детских лагерей и содержание дорог зимой. А Барнаульскому аэропорту дополнительно выделят около 200 гектаров земель. Это уже о поправках в генплан города Барнаула. Изменения коснутся функциональных зон для крупных инвестпроектов, в том числе на искусственном участке. Ранее говорилось про две такие территории – Ковш и Лесной пруд. Предполагает собой размещение 3 детских садов, 2 школ, поликлинического отделения, жилой застройки, объектов торговли. Кстати, небоскребы в Барнауле тоже могут появиться. Генплан не будет ограничивать застройщика в этажности, но компании нужно будет грамотно вписать высотку в ту или иную точку города. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.